Даже не сомневаюсь, что этот этюд вам безумно понравится. Здесь ход белых, и они делают ничью. Кто бы мог предположить, ведь у них нет ферзя, пешки. Позиция, кажется, абсолютно проигранная. Мы используем силу пешки Е. Е7, вилка. Король идет на Е8. И теперь, если мы побьем, то он просто берет король F8. Нужно ходить ладья G5. Потому что мы угрожаем не просто побить на f8, но и на ход король f8 поставить мат ладья g8. Поэтому черные должны ходить ферзь c5. Если мы берем, естественно, он забирает ферзем. Но тогда мы ходим ладья d5. У ферзя нет ходов, у короля тоже ходов нет, может ходить только пешка. Но теперь следует ход ладья d8. Король забирает... И на доске пад.